Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTrustInfo. В данном видео я вам расскажу, как проверить email и серийный номер устройства Samsung Tab S10 Plus. Для этого зайдем в меню приложений, выберем приложение настройки. Тут прокрутим саму низ до пункта сведения о планшете. И с правой стороны у нас будет виден серийный номер email и email eSIM. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!